Да. Так же и тренеры, и футболисты, ты же сам знаешь. Зацеловать всех. Так, выключайте. Пауза, да. Вот тебе дашь власть, ты с ума сойдешь. Не было. Честно, я бы всем премию дал. Да это понятно. Ты сначала выдай премию, а потом говори уже. Это твоя кофта. Ма. Красиво. Лёнь, мы же на моторе. А это твоя? Да. Нет. Тоже красиво. Нет, блин, выдаю здесь. Костя похудел, кстати, ты заметил? Давайте сделаем нам с инсайдами. Все, мы начинаем. Из на нашей передачи? Совсем. Всем привет, дорогие друзья, из силы и телевидения. Чего? Не просто, ты, Костя, так спокойно, первый раз в жизни. Обычно ты так... Все... Я сегодня буду максимально токсичный, душный. Что поэтому случилось? Я сегодня засру тебе этот выпуск так, что... Да не мне засрешь. Тысяч 10, блядь, отпишется. Да это не мне засрешь, ты нам я засрешь. Даже не буду читать комментарии. А это много значит для да, меня и а для всех остальных значит. Людей короче, в этом мире. Да, всем привет. Смеяться мы сегодня, возможно, будем, а возможно, нет. И силой телевидения, силой телепортации легко, наверное, понять, что, конечно, это выпуск записной. Я уверен, что это все нахер вырежут, но я в Эмиратах сейчас, Никита... С днем рождения тебя, кстати, прошедшего. Спасибо большое, так приятно. В Турции. Ты в Турции уже? Да. Это все фигня. Ты мне скажи, как ты съездил в Воронеж. Вся лента пестрит просто, как вы там разрывали, веселились, фотографии необычные. Это было выше наших ожиданий. Куча локаций, куча активностей, прекрасные рестораны, гостеприимство, футбол. Я заменился при 0-3. Сразу же. Нам забили 3, по-моему, там за 5 минут. Взял тренерство с истокой. Все перевернули 3-3. Ну, а потом проиграли все равно в один мяч. Не забываем впечатление. Я бы еще раз хотел выразить благодарность и Владу Будлянскому, и Андрюхе Мурнину, бывшему, кстати, игроку «Химок», «Факела», который за нас сыграл в первом мини-турнире. Ну, в общем, все круто, мне очень понравилась инфраструктура. И я думаю, что летом, когда все цветет и пахнет в Воронеже, там вообще просто супер. Там грибной канал, там Академия «Динамо», построили манеж, шикарный манеж. Там занимаются дети «Факела» и «Динамо». Кстати, да, посмотри. Да ужас. Легенды Кубка Африки. С удовольствием провожу время за просмотром матчей Кубка Африки в ОККО. Очень необычный турнир. Знаю, что Андреа Анана пропустил все мячи, которые возможно было. Возможно было, отправились в створ-ворот сборной Камеруна. Героически Камерун все-таки прошел и вышел, насколько я помню, из группы. Ром, ау. А вот подскажи, пожалуйста, тут кто рано встает, вопрос такой, кто рано встает, тот жену в Останкино везет. 8 букв. Тик-ни-зян. Тик-ни. Угу. Так, а вот смотри. Кто лучше всех в «Локомотиве» поет в караоке? А сколько букв? 5. Дзюба. Да. Еще вопрос. Судейский корпус, по мнению Галактионова? Братство. Братство. Ага, подходит. Братство. Откуда ты все знаешь? Дело в том, что ОККО показывает все товарищеские матчи московского «Локомотива», а для всех новых подписчиков ОККО предлагает специальную цену на подписку. В течение первого месяца она составит для вас всего 1 рубль, и вы сможете смотреть более 70 тысяч фильмов и сериалов, также ТВ-каналы и, конечно же, спорт. На протяжении второго месяца подписка будет вам обходиться в 99 рублей, ну а начиная с третьего включается полная стоимость, но она составляет всего 199 рублей в месяц. О, Ром, кстати, а предсезонные игры какой еще команды покажет сервис ОККО вот сейчас? 4 буквы на С начинается, на А заканчивается. День сурка еще сегодня, кстати. 2 февраля, день сурка. Всем привет, прошли 2 недели, сегодня день сурка, и это снова коммент... Коммент соушал. Нельзя смеяться. Да, эти 2 недели пролетели... У меня, знаешь, как миг. У меня вот так вот пролетели. У меня вообще самая скучная... Ты болел? У меня самая скучная, хотел сказать, неделя была. 2 недели. Правда, просто неделя вот так вот. Лежал, заболел, заразил Аню. Ну, выздоровел, все нормально. Доктор сказал, можешь ехать. А что, у тебя ковид был? Нет, грипп обычный.
Ну, сейчас называется ковид. А, да? Да. Ну, ладно, значит, ковид был. Ну... Костя умеет делать эти... Да, я просто был... Диагнозы. Нет, ну почему? Я только вот прошел реабилитацию. У меня проблемы со спиной. Ну, примерно, как у тебя. А у меня прошла шея. А, после того, как Лиза тебя шарахнула током. Лиз, спасибо. Я говорю, есть еще клин панини. Блин, я привез домой эти панини. Я даже ни одной это не открыл. Я просто дети все забрали себе и весь... Ого, ты о, милаш. Ты... Какой милаш? Я его себе купил, блин. Ну, не купил, я, а забрал. Я имею в виду, ты мог у детей отнять. В принципе, как ты можешь, как ты и делаешь, да. Но ты отдал. Я мог гаркнуть, но я не знал об этом, блин. Я пришел домой, а уже все наклейки... Конечно, зачем гаркать дома, если можно сделать это здесь? Согласен. Не перебивай. Это я сказал, блин, охренеть. Надо запечатлеть это. Вот. И пришел домой с работы, и, блин, все наклейки наклеены. Дорогие зрители, мы вас приветствуем. День сурка. В студии с нами Константин Генич. Он максимально сегодня будет токсичен. Я не знаю, почему. Он как раз нам расскажет в этой передаче. Еще с вами Никита Баженов. Бажик и Гена, короче. Бажик и Гена. Очень хочется, я сейчас хотел сказать, выглядеть вот так вот загорелым, свежим и волосатым. Но вот как есть сейчас, белый. Дидье Драгба, да? Это Дидье Драгба, а это? Самуэль Этуо. Самуэль Этуо. Ну все, давай смеяться. Или не будем? Да, хорошо, давайте. Ты даже так можешь рассмешить людей. Гениально. Гениальная игра. Да. Френдлих Константина. Все. Всем привет. Всем спасибо. Почти 500 тысяч собрали в прошлом выпуске. Замечательно. Ну, серьезно. Хорошие ролики. Ну, я понимаю, количество тысяч просмотров напрямую зависит от качества подобранного видео. И... Это вот эти все кончики. Это ребята, которые сидят сегодня за кадром. Чернуха сегодня будет? Я не помню, кстати. Ну, пожалуйста. Ну, что-то будет. Наверное. Ну, пожалуйста. А, кстати, будет, да, давай. Да. И это матч, где ты забил единственный гол, и вы выиграли 1-0. Он, Прудников. Да, все, это оно. Спасибо, ребята, очень приятно. Кстати, давно не видел. Ну, когда будешь смотреть выпуск, можешь... Я знаешь, когда это вижу всегда? Ну, вот, когда... Угу. Каждый год. Да, каждый... 31 декабря мы собираемся в бане, вот так же мне напоминают. Пришло время смотреть ролики. Мы... И немножечко... Начинаем. Давай, я с удовольствием. Начинаем. Мне скучно, правда, было это целую неделю. Да. Две. Угу. А, две. Сейчас будет еще хуже, давайте. Начнем. Там люди возмущались... Что я обманываю опять тебя, специально, чтобы обыграть, как будто я набираю в рот воды, выпиваю и делаю вид, что у меня вода там. Хера с два. Я ничего не понял. Подожди, он сейчас набрал воды в рот и забыл сказать, что он сегодня не будет смеяться. Но я скажу это за него. Он все типа воду набирает в рот и выпивает, и так просто сидит. То есть ты, когда будет смешно, ты будешь глотать воду? А ему не будет смешно, он вообще, он кремень. Он кремень, он машина. Зачем ты так делаешь? Ну ладно, попробуем так. Угу. Поехали? Телефон мой не видел? Кого не видел? Телефон! Чей телефон? Че ты снимаешь? Ты его спрятал? Нет, что ты потеряла? Телефон! Просто получше посвети. Ты прикалываешься? Да нет. Волнуюсь за тебя. Блин. Дура. Даже на кухню зарядки оставила. Ага. Там посвети еще. Нахуй мне такая встреча. Мы катаемся на Поехали на велик. Это что такое, сука? Я сейчас упаду и буду ебашиться башкой. Ой, привет. Что это у тебя в руках? Да вот сходил в магазин, купил салфетницу. Как раз к моему интерьеру подойдет. Блин, здорово. Я тоже чур. Скажи громко, Денис, улыбнись. Денис, улыбнись. Слушай, а ты вообще хозяйственный? Ну, здесь у меня пакеты там какие-то. Ну, вот здесь, например, вот крупы, юпы, там, тыры-пыры, растопыры.
Все, как будем тесто? Да, как хочешь, только давай что-нибудь красивое. Точно? Точно. Все, что я захочу. Все, что захочешь. Ты платишь и уходишь? Да. Все, как я пошел. Пошел на хуя! Prank on wife gone wrong. Ж. З. З. И. И. И краткое. К. Майсел. Так, ну все, все собрал. Самое главное. Все. Алло. Где моя кнопка? Извините, быстрее компьютер спасайте. Я там буду. Ничего не спасет. Быстрее, быстрее. Все, ты не выдержал. Ой, ну ничего. Ой, сейчас, подожди. А что смешного-то? Кость, ничего. Объективно, Кость. Что ж, свинья упала? Или ты над каждой хрюшкой смеешь? Я над каждой хрюшкой смеюсь. Я представил, что она сейчас в машине будет сидеть и ехать с ним. Ладно, Кость, ну что ты сразу, это надо объяснять? Бабуль, все, давай, я погнал. Подожди, вот тебе на карманные расходы. На карманные расходы? На карманные расходы. На карманные расходы? Наркоманные расходы. Наркоманные расходы. Наркоманные расходы. Магия. О, господи, какая красивая черная королева. А, простите, ты где ее взял? Чувак, я не вру, она просто там стояла, и я ее взял. Кто-то ее оставил. А, что, серьезно? А? А что не так? Идиоты. Что-то случилось? Потеребить клитор корови за литр молока или помочь бабушке перейти дорогу за минет без вставной челюсти. Облизать яйца сантехника за ремонт унитаза или сесть голой жопой на груду стекла. Вернуть долг налом или вернуть долг каналом. Вот он, белобрысый волшебник, все гениальное просто. Зачем придумывать что-то экстра неординарное, в пизду. Сегодня отправляю покойного в последний. Давай. И путь. Хотелось бы пожелать ему успехов и здоровья. Ой. Как сделать так, что... Как сделать так, чтобы когда девушка садится в машину, она не испачкала порог обувью? Просто оставьте ее ноги снаружи автомобиля, пусть едет так, и порог она не испачкает.
Я чего он не так сказал-то? Все правильно. Здоровье пригодится? Ну, какая-то. Всегда. Угу. Сейчас я покажу лайфхак, как незаметно пернуть в метро. Фильм продюсера Рика Стивенсона. Режиссера Питера Мастерсона. Главной роли Рутгер Хауэр. Арктическая тоска. Круто, поверните направо. Чего не употреблял? Я пил кофе, флеш, все, всю неделю. Чисто кофе и флеш употребляли? Короче, да, прикинь. Ага, кофе и флеш, а что-то наркотическое может употреблять сегодня? Алкоголь наркотическое, кофеин наркотическое, сигарета наркотическая, алкоголь наркотическое. Так ты же у нас наркоман получается. Запрещенные месяцы. Алкоголь-то получается на каком месте? Опа-на! В итоге ты тоже наркоман? Че ты меня заливаешь? Костя, там так не лечит? Куда ты меня отправляешь? Жаль. Интересная схема здесь, конечно. А, методика. Раз, два. Раз, два. Нормально? Да, только ты по лапам бей. Попросил жену открыть шпрота. Бля, пацаны, чем дальше, тем хуевей. Я, блядь, боюсь с ней жить. На минутку остановилась, в магазин зашла. И чё, вот мне написали на мешках. Вот так вот. Вот как, а машину оставлять? Вот, пожалуйста, а мне сейчас ехать через весь город. Что я скажу, если меня остановят? Вот как это работает. Кому не подходит, тот разводится. Блять, а шансы были. Кто по гороскопу? Кто по гороскопу? Таджик. Услышал. Услышал. Ладно. Ничего себе. А я даже не думал, что он сейчас так рано умрет. Офигеть. Я даже вообще просто не ожидал от этого. Ну, блин, ну мы его давно, да, знали. Ну, мамка, конечно, мы его тоже знала. Да, да, да. Кто?
Ну ладно, давай. Чего? Отвали-то! Да это никто в сериале. Да ебаный бог, блядь! Я, блядь, думала, ты что? Там что-то путевое, блядь! Стою, слушаю, блядь! Света! Света, ты где? Когда вы припарковали машину, не нужно пользоваться ручником. Вообще не трогайте ручник. Просто поворачивайте руль в эту сторону одну, а другую в эту сторону. И она у вас никуда не покатится. Это можно и на механике, неважно на какой машине. Вот так поверните, она никуда не покатится. Никогда не доверяйте таксистам, ведь они могут вас подвести. Ghost, just put it in your mouth and swallow it and pretend like you like it. Что бы ты сделал, если бы выиграл в конкурсе «Забей шайбу, забери миллион»? Я бы жену бы вернул ее родителям. На колени раком сказал. Что сказал на колени раком? Перец у меня на колени. Можете предупредить нас? Если вы увидите лиса, кричите «Жулик!» «Жулик!» Вы видите жулика? Да, под бревном! Где? Под бревном! Я не вижу его! В смысле не видишь? Вот бежит! Вот он бежит! Вот! 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 Вот он! Где он сейчас? За деревом! За деревом! Ты что, не слышишь меня? Я тебе говорю, вот бежит! Ты как не слышишь, что ли? Ты еба... Аккуратно, не торопясь. Чё, бля, очкошки? Кушаешь, бля? Да. А, всё, кушай. Если честно, ты первый парень, который у меня остается на ночевку. Виктор, а вы как официальный представитель группы «Лес». Что вы можете сказать об этой группе? Я представитель группы «Лес». Они так сказали. Ладно, окей. Группа «Лес», как Вадим, здорово. Я не Вадим, я Алексей. Алексей, Лёха, извини. Вот магазин «Планета одежды», дом быта. Лес отказывается мне выдавать чек на сумму 99 рублей. Да, я еще в YouTube вызову. Покажу. И в общество прав потребителей. Да, мне без разницы. Так, щедро натираем гусю шею этим, соусом. Чем забыла, чем? Хотите интересную работу, которая приносит много денег? Хочу. Хотите иметь успех у женщин? Да. И добиваться всего, чего только не пожелаете? Да. Тогда встаньте с дивана. Лохатый. Какая у тебя мечта? Футболистом стать, хорошо. Несколько дней назад я расстался со своей девушкой, и как вы думаете, кто под моей дверью второй день подряд на коленях стоит? Ты придурок, блядь!
Верни мою кресло-каталку. Покажи сейчас мне рот. Сфотографируй, покажи рот, что он пустой. Ваш коктейль. Как называется? Кокосовый хуй. Кокос вообще не чувствует. Все четко, спасибо. Я так хочу, чтобы лето не кончало. Алло, алло, я больше не доступна. Блин, ребят, у меня модель не пришла на съемку. Можете помочь макияж отработать? Полин, мы тебе еще пидорасы. Когда Павел пришел ко мне на тренировки, при первом же тестировании у него были выявлены лордоз, сколиоз, понос и остеохондроз передней дельты лучезапястного сердцевидного сочленения. Применив в тренировках специальные корректирующие упражнения по моей личной запатентованной методике, которую я увидел в ТикТоке, мы смогли добиться полного выравнивания Павла. Так что всех приглашаю к себе на тренировки. При себе иметь хорошее настроение и деньги. Много денег. Не заводит машина! Спасибо. Не смешно было? Да. Сколько у тебя салфеток, сколько у меня? Костя смеялся и глотал воду. Да. Лишь бы не показывать, что... Я глотал, как в этом было. Это не, было смешно. Но я, правда, рано или поздно компьютер вам сломаю. А почему мы не поздоровались до сих пор? Уже, блядь, полчаса прошло. Давайте подождем. Всем привет, друзья. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Зависит от того, в какое время суток вы нас смотрите. Это коммент «Нельзя смеяться». Две недели прошли, две недели были очень насыщенные, очень незабываемые для кого-то. Для кого-то они пролетели просто как миг. Я бы хотел забыть. Вообще, была бы у меня машина времени... Что бы ты сделал? Вот, кстати, вот была бы у тебя машина времени, что бы ты сделал? Но я бы вернулся и сделал так, чтобы у тебя не было сегодня плохого настроения на сегодняшний день. Я бы, не ходил на плохие футболисты. Лех, что произошло у вас? Фантастическое. Просмотров много. Зрители довольны. Говорят, Костя раскрылся. Приятный мужчина. Да Костя давно все раскрылся. Приятный мужчина. Я все раскрылся, они все пытаются меня закрыть. Короче говоря, вот смотри, был водный стадион, поехали на речной вокзал. Поехали? Да. Погнали. Поехали. Сейчас вот на протяжении одной минуты это ведро будет бешено ездить по полю. Да, конечно. Абсолютно рандомно. Победит тот, чьих шаров больше будет в этом ведре. Это что, оно ездит? Да. Куда оно ездит? Сейчас увидим. Классная штука. Я сейчас... А для чего оно вообще нужно? Чтобы ты выиграл. То, вот это ведро? Это как-то поддастся. Да не, ну и не попасть же. Она тварь, что ли? Оно может... Ну, я уже два раза попал бы. Поехали? Да. Ты какой урод, а? Ну! Да, блядь, что за урод-то он? Кто сказал, что легко? Да, мы можем попасть хоть один кто-то. Да сука. Это какая-то... На, урод. Вот он рядышком. Да! Или нет? Он вылетел? Ну, как он... Да не трожь его! Нельзя... Смотри, тварь! Тварь, молчи! Хорошо было сейчас. Считаем.
Нет, не считайте. Да как нет? Нет, но я туда выступал. Но он сам подъ... Ну, белых больше, Костя выиграл. А уроды. С победой! А он еще может поездить? Офигенная фигня. Но мы выиграли у робота, да? Да, спасибо. Робот, мы тебя победили. Собирай. А вот-вот Никита, молодой, посмотрите. Я Люсь, я Лю в Телеграм недавно добавился. Вот гол. Вау! Быстрый скрин. Я в шоке. Быстро ступер принял. Ой, как хорошая. Не-не, обычно щечка на ближнем. Бежишь и все, и забиваешь. Дорогие зрители, здравствуйте. Вы находитесь внутри передачи. В миноре. Две недели нас не было. Конечно, эти две недели были для вас ожиданиями очередного свежего выпуска. Раз уж мы поздоровались 13 раз сегодня, то, может быть, спросим у наших абонентов, кого карма догоняла по каким-то, может быть, случаям, которые были. Ну, вот последний кармический поступок, который с вами произошел. Да, ну, вообще спросим. Люди верят в карму, ну как? Да. Во-первых, надо понять определение кармы, да? Но если ты я делаешь, не верю до конца, если что... ты делаешь что-то плохое... Ну вот, ты делал что-то плохое, ты знаешь, ну, это, нехорошее это слишком, тоже это слишком просто. Ну вот смотри, она пришла, ты под задницу положил, я не знаю, там, ежа. Ага. Прикольно, кстати. Да. Да, да, ну я просто говорю, ну ты делаешь что-то вот человеку неприятное, и потом можете вернуться. Не обязательно, может быть, от него, от знакомого, там, от окружения. Ну, мне кажется, это вообще такая есть определенная логика. Если ты кому-то делаешь на постоянной основе неприятное, то человек минимум тебя просто не очень любит. Угу. И если он еще и злопамятен, скорее всего, он может сделать тебе какую-то подляночку. Что? Какую подляночку? Любую. А, ну этого здесь много, да. Но здесь нужно четко понимать и разделять. Здесь есть подляночки. Как, например, мы же часто обижаем... Во благо, да? Не-не-не, сейчас объясню. Мы же обижаем, хотим или нет, своих близких. Иногда мы осознанно это делаем. Это очень важно подчеркнуть. Скорее всего, это не очень хорошо и не принято. Наверное, карма тебе, наверное, носит в этом смысле слово карма. А когда ты не очень зрелый, не понимаешь, и иногда просто обижаешь, потому что, как ты говоришь, я вот такой вот, и тогда, наверное, это чуть другое. Осознанно, когда ты делаешь, мне кажется, корректно. То есть, когда ты говоришь, что я вот такой вот, то это нормально, это не кармическое. В твоем случае, да. Да. Ну что, погнали? Да. Челлендж? Очередной. О, поехали. Хорошо. Так, друзья, наш следующий челлендж заключается вот в чем. Вам будет необходимо вот таким простым движением перевернуть стакан, и как только у вас получится его перевернуть, значит, вы можете поставить его на игровое поле и закрыть крестики-нолики. Но самое сложное будет его перевернуть. Поэтому желаю вам удачи, и погнали прямо сейчас. Это же с бутылкой такая тема была у детей. Ты пробовал хоть раз? Я с Егором пробовал, мне ничего не получилось. Нет. Давай, начинай. Давай скинемся. Не-не, по очереди не надо. Можете вместе одновременно это делать, и все. А, херачь да, быстро? Да, конечно, да-да, потому что долго будет все равно. Почему? Ну да, ты прав. Да... А ты прав, ты так решил вообще на высоко? А не надо высоко? Ну, не знаю. Бля, Костя, реально мы сегодня до твоего этого эфира будем здесь. Ну, ничего. Да! Есть! Выходи, да? Есть. Костя, быстрее надо. Я не тороплю. Не, я просто поставлю и выиграю. Пожалуйста. Выигрывай. Ты пирамиду тоже быстрее строишь. Начал, мать. Костя, здесь улыбка важна. Искренне. А ты на фарт делаешь? Да. Стало? Ты башню тоже первый строил? Да, я помню. Только не ничью, пожалуйста. А-а-а. Встала, Костя? Так.
Ну все, кто убивает, тот и все. Бля, заманил собака. Я ж тебе сказал, не торопись. А как спокойно, не спокойно. Да, может, видишь, как у него спокойно, он сразу оп, оп, и в дамках. Ну, на самом деле, я думал, проще. Нет, на самом деле, сука, на самом деле, я думал, что будет проще. Мне понравилось, Костя, твое спокойствие в этих конкурсах. Смиренно, принимай, принимай успех. В следующем эфире. Ну, выиграл, я хотел проиграть сейчас. Сегодня был минорный выпуск. Да, да, надо было тоже попробовать. В день сурка он по-другому не мог быть. Раз в неделю, раз в месяц, наверное, такой выпуск должен да, быть. Да, аккуратный, спокойный, да. А не повторить ли нам его через две недели? Сколько тебе нужно времени? Сколько у тебя еще таблетки действуют? Но я понимаю, у тебя обезболивающие. Но они такие, курсом на три месяца. Да, они меня вводят в состояние... Я даже отказался от личного автотранспорта. А, нельзя же. Да. Ну, аккуратно. Давай, общественная тебе в помощь. Ну, что нас ждет впереди, Алексей? Впереди нас ждут две недели кайфа и отдыха. Друзья, хорошо. А мы что, заканчиваем? Все, это все на сегодня. Просто я не могу, мы очень-очень веселые. Надо реально немножко дозировать людям, потому что они сойдут с ума, если будут это смотреть. Год только начался, а уже заебались. Я не заебался от вас. Я тоже. В общем, друзья, спасибо, что с нами. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк. Давайте про карму не забудьте, пожалуйста. Да, не забудьте правда, про карму. Мне кажется, у каждого про счастье. Мне кажется, про счастье, правда, такое понятие для многих растяжимое. Здоровье, близких или своих. А, хорошая компания. Будьте счастливы. Да, будьте счастливы. Самое главное, присылайте видосы обязательно. Чернушных, пожалуйста, чуть-чуть побольше. Побольше? Мне нравится. Хорошо. Присылайте там, где можно поржать, чтобы было весело вам, чтобы было также смешно нам, ну и чтобы мы также были счастливы, как и вы. Ссылка в описании на наш канал. Нельзя смеяться. Comment social. Комментач точно. Короче, да. Комментарии все. Короче говоря, хотите присылать свои видосики смешные, присылайте. Будем смотреть, будем смеяться. Чернушных побольше. Пока. Чернушных, чернушных. Да, знаете, на кого похож? Вот это я в молодости так играл. Просто бежал, бежал, не думая. Просто бежишь, открываешь башку, слышишь. Оп, и все. Встал. Это симулировал-то. Ну! Блин. Он, блядь, сука! Это в Томске? Да.